как натренировать свое подсознание на исполнение желаний. Вы знаете, раньше я не верила в это, пока не сделала один ритуал с лестницей. Рассказывала об этом видео, которое сделала год тому назад. И мое желание исполнилось на следующий день. Плюс масса отзывов, просто масса отзывов от моих подписчиков, студентов и тех, кто смотрит мой YouTube, что ритуалы работают. Поэтому я решила разбавить свои видео ритуалами. Те, кто не верит в ритуалы, вы лишаете себя очень мощного инструмента исполнения желаний. Итак, представлю вам технику, которая на первый взгляд покажется вам какой-то дурацкой и тому подобное, но не забываем, что симарон или покастанеди, неделание – это дурацкие действия, которые высвобождают силу нашего намерения. Как это работает? Когда мы делаем что-то такое бессмысленное, да, дурацкие действия, силки нашего аналитического мышления ослабевают. И когда наш разум сдает свои позиции, да, мы прекращаем искать какие-то логические объяснения того, как сбудется наше желание. Чтобы вы понимали, когда мы делаем такие какие-то дурацкие ритуалы, мы делаем их играючи, мы делаем их в расслабленном состоянии и не заботимся объяснениями, да, как это вообще исполнится, да, это же ведь игра. И таким образом это работает. 100%. Поэтому представлю вам сейчас очень классный метод, который поможет натренировать ваше подсознание на исполнение желаний. Будем начинать с маленьких, мелких желаний, которые, в принципе, и так могут исполниться, но это работает с накопительным эффектом. Чем чаще вы будете выполнять этот ритуал, тем действеннее он будет работать потом на какие-то более существенные желания. Итак, ритуал называется «Коробка спичек». Берем коробку спичек и снимаем с нее то, что там наклеено, какие-то реклама, например. Либо заклеиваем эту рекламу другой наклейкой, другим листочком бумаги. А на нем вы пишете свое имя и фамилию и пишете «Волшебные спички». Да. Вот так вот. Спички должны знать, чьи желания они будут исполнять. То есть фамилия и имя на одной стороне ваши, а на другой стороне что это вообще такое? Это волшебные спички. Потом спички нужно активировать. Как мы это делаем? Мы зажигаем спичку, при этом мы произносим наше намерение, например, я иду есть мороженое. Ну, кто ЗОЖем занимается, я иду есть мой полезный салат. Потом мы задеваем спичку, переламываем ее, выбрасываем, идем, исполняем свое намерение. Едим салат, пьем кофе или что мы там загадали. Все, дальше работа идет простая. Мы начинаем с таких мелких желаний, которые мы сами можем осуществить. И в конце концов, когда у нас очень уже что-то такое важное, да, на кону, мы хотим, чтобы это материализовалось, чтобы это осуществилось, мы берем эту спичку и загадываем уже это желание. Как я и объяснила в начале видео, это работает с накопительным эффектом. Мы накапливаем вот эту уверенность, да, это якорь, да, мы зажигаем свечку. Кстати, огонь действует усиливающе на исполнение наших желаний, потому что огонь обладает очень большой энергетикой. Когда мы во время того, как зажгли спичку, она горит, мы произносим наше желание, наше намерение, это действительно ускоряет его материализацию. Плюс накопительный эффект. Наше подсознание начинает верить в то, что наши желания действительно материализуются. И когда уже на кону что-то более серьезное, чем съесть мороженое, оно начинает больше верить в то, оно уже доверяет нам, что да, вот как только я зажгу эту спичку, произнесу свое намерение, а желание должно исполниться. Попробуйте, это очень-очень классный метод. Я опубликовала его в моем инстаграме, и на него очень хорошие отзывы.
Еще мне бы хотелось бы узнать у вас, какие вы вот такие вот ритуалы делаете, да, которые помогают исполнению ваших желаний. Напишите, пожалуйста, в комментариях, давайте обсудим, какие методы работают, это будет также интересно для других людей. Покажите, работают ли ваши ритуалы, мне будет очень-очень интересно. И давайте исполнять желания вместе, подписывайтесь на мой канал, впереди еще очень много видео. Те, кто хочет уже сейчас начать исполнять свои желания, вот прям сейчас, да, сегодняшнего дня, и действительно очень-очень настроены на то, чтобы стать мастером своей реальности, мастером закона притяжения, а я вам рекомендую принять участие в моем мастер-классе бесплатном. Ссылка на него внизу под видео. Регистрируйтесь и материализуйте реальность своей мечты. А с вами была Алекса на канале Мастер Закона Притяжения. До скорой встречи!